что такое? Что такое? В чем дело? Паспорт верните, пожалуйста. Телефон уберите. Нет, я не уберу телефон. Телефон я не уберу. У нас нету военного положения, не введено ничего. Вы забирайте. Вы забирайте. Нет. По военному положению? Нет, по военному положению у нас нет мобилизации. Нет. Положению. У нас нет военного положения, а значит нет. Открывайте в телефон. Не надо мне открывать телефон. Не надо. Мне ваш глава до одного места, понятно? Вызови мусорову уже. Вызываю сейчас мусоров. Что это такое? Принудительная мобилизация идет. Я не поняла, в чем дело? Ты почему здесь? Почему ты здесь? Почему? Ты здесь почему? Почему ты не напротив? Идите воюйте куда хотите. Нет, никуда вы его не заберете. Ни один, ни второй. Ты смотри на них умный. 28-го. Нет, никуда не повезет. Нет, ребята, мы в онлайн не смотрите, мои подписчики. 28 июня, Макеевка, центрально-городской район. Вот, забрали документы у мужа. И требуют, чтобы его сейчас увезли. Документы не отдают. Идет, говорят, всеобщая мобилизация, хотя военное положение не введено. Вот стоим и разбираемся. Верните документы молодому человеку. Он не поедет с вами в военкомат. Он в военкомат не поедет с вами никуда. Никакого военкомата. Никуда он не поедет. Ребят, вы смотрите? Вот смотрите, что вытворяют молодые люди. Я же никуда не вдеваюсь. Вчера тоже один так же кричал. Вот смотрите, молодой человек поворачивается. Вот второй, забрали документы. Хотят увезти военку. Так, нет, отдайте документы. Нет, он не поедет ни в какой военкомат. Нет, он никуда не поедет. Верните документ. Принудительной мобилизации нет у нас. Нет, добровольная. Он не хочет идти воевать. Это не добровольно. Добровольного, принудительного. Есть всеобщая мобилизация. Ты почему здесь? Нет, он ничего не обязан. Не обязан он, понятно? Мне ваша глава до одной жопы. Он ничего не обязан. Да, он не будет воевать, понятно? Нет. Ни в какой военкомат. Он никуда не поедет. Надо ж вызови полицию. И вот. Что? Это паспорт Украины, я гражданин Украины. Он гражданин Украины, отдай паспорт. Отдай паспорт, я сказала. Ребят, смотрите, что вытворяют. Вот, смотрите, лица какие, посмотрите, какие у них эти самые... на запястье, смотрите, какие у них золотые цепи. Этот человек забрал и требует, чтобы он мобилизовался. Вот, смотрите, верните. Документы верни, я сказала. Документы верни. Вы смотрите, у них работа такая. Отдай документы. И что? И что? И что? Что ты мне фукаешь? Нет, не надо. Почему я не воюю? Я же говорю, у каждого. Да, у каждого есть своя работа. Ты очень хорошо устроился. Один и второй. Нет, я все снимаю. Ребята, смотрим, да? Мы на канале Коваль один. Смотрите, 28-й, центрально-городской район, Макеевка. Забрали документы у парня. И хотят его забрать в военкомат, но нет. Вызываем полицию сейчас. Никакого военкомата никуда он не поедет. Нет, в военкомат он никуда не поедет. Воевать он не пойдет, понятно? Все, до свидания. Верни документы, я сказала. Документы, он не пройдет никуда. Паспорт отдайте. Паспорт отдай. Паспорт отдай. Он гражданин Украины, понятно? И что? И что? Военное положение объявлено в Украине, там, не подконтрольной вашей республики. А вот ты смотри, принудительно забрать военкомат молодого человека, да. Ты смотри, какие умные, позабирали документы. Я все снимаю, ребята, смотрим. Повторяю, канал мой, Коваль. Ребят, вы знаете, что у нас идет принудительная мобилизация 28 июня. Центрально-городской район, город Макеевка. Вот забрали документы у этого парня и везут, хотят везти в военкомат.
Ждем полицию. Взяли прямо около дома. Проходите, проходите. Нет, не мешайте. Кого хотят, того и берут. Вы понимаете, у них, видите ли, работа такая, забирать военкомат. Воевать никто не хочет, вы уже все задолбали своей войной. Позабирали всех мужиков, всех ребят, уже половина попохоронили, мы, зятя, брата, всех на свете уже, блядь, один остался. Ребенок инвалид у нас, ничего? Отдайте документы парню. Вы меня слышите? Вы смотри, какие все умные. Хотя бы браслет золотой снял, когда ходишь, забираешь документы. Понятно? Я не хожу в золоте. Я не хожу. Сними его нахер. Бессовестный. Одни, значит, воюют, а они ездят, забирают. Ты смотри. Что это такое? Проверили документы, до свидания, прописка есть и до свидания. Выписывайте тогда ему этот повестку. Что ж вы забрали документы? Все, отдал документы, мы пойдем. А чего это ты должен забирать его? Расписывайся в повестке, пойдем по повестке, но не так, как забирают. Конечно, вот она, повестка. Вот, вы, давай. Давайте я распишу, пожалуйста. Давайте. А что вы меня в машину сажаете? Потому что вас надо доставить, проверить. Нет, ничего не надо. Мы прописаны здесь по прописке, понятно? Учет старый. Идите расписывайтесь в повестке. Давайте распишусь. Мы пойдем по повестке, будем обходить. Тем более, что у него там написано, что он не военно обязанный в такое время. Вы прочитайте получше. Паспорт. А вот видите, как паспорт, вырывает. Давай. Отдай паспорт. Квитанцию сюда верни. Уважаю. Так. Вот, ребят, видите, что вот, ребят, что вытворяется. Вот, вы видите, что вытворяется. Вот, смотрите. Вот, ребят, смотрим, да? Квитанцию я верну. Верните. Верну. В магазин не заходите, тут я кухню. Ты смотри, какие умные. В магазин никто не заходит. Это частная собственность. Я верну сейчас. Сейчас вернет квитанции. Пойдем по повестке. Ничего страшного. Пойдем медкомиссию обходить. Как положено. Конечно, обходить. Я для этого его и вызываю. Нет, вы его хотите. Я с вами обойду. Я без проблем обойду. Он все обойдет. Тут проблема такая. Задержали человека. Он не хочет ехать с нами, проезжать для подтверждения его документов. Выписали повестку. Она тут прямой канал, женщина его. Конечно, на прямом канале. Вырывает паспорт с рук. Конечно, с Украины, да. Да, мы граждане Украины. Все. У нас паспорта украинские. У вас есть 2 часа, чтобы явиться в военкомат. Угу. На 22-ю линию. Мы знаем, где она находится. На 22-ю линию, ребят, нас пригласили в военкомат. На медосмотр. На медосмотр, да. Да, на медосмотр. Я пойду, на медосмотр я сейчас пойду. На медосмотр, в военкомате. Да, ребята, да. Вот все такие бы жены, и вы бы там не сидели, а сидели бы дома, вы работать не хотите. Ни заводы, ни шахты не работают из-за таких, как вы. Ребята, спасибо за просмотр. Еще раз повторяю, канал Коваль.